Накануне поиски детей осложнял шторм. Сегодня с раннего утра на поиск мальчиков вышел катер со спасателями на борту. Поиски ведутся и с помощью беспилотника и вертолета. Задействованы следователи, полицейские, волонтеры. Администрация города принимает все меры по поиску, по обеспечению поиска пропавших детей. В рамках развернутого штаба глава города Капайгородский Алексей Сергеевич держит ситуацию на контроле. Работа штаба будет осуществляться до полного завершения поисковой операции. Население осталось неравнодушным, оказывает значительную помощь по поиску. Дело в том, что расстояние поиска по береговой полосе значительное, поэтому без помощи местного населения, волонтеров, поисковые мероприятия было бы осуществлять значительно сложнее. На месте развернут оперативный штаб под руководством главы города. Работают 200 человек и 17 единиц техники, включая все силы и средства МЧС, а также городские службы. Задействован вертолет К-32. Обследовал участок берега длиной 2 километра от Солоников до Аше. К сожалению, поиск результатов не дал. Вдоль берега проводится патрулирование волонтерами в количестве до 50 человек, казаков, местным населением. А также задействованы пешие группы спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда и МКУ служба спасения по городу Сочи. В связи с ухудшением погодных условий в акватории суда МЧС приостановили поиск. Он будет продолжен с наступлением благоприятных условий. На берегу поиск продолжается. Уже обследовано более 24 километров.